Всем привет! Сегодня в этом ролике я хочу проверить, насколько хватает аккумуляторов. В данном случае у нас будут пятерки, две. И косить мы будем леской. Причем леской не той, которая идет в комплекте. Я сниму эту катушку. Давайте я вот так сделаю. Сейчас шестигранник возьму. Родную катушку мы уберем и поставим чуть-чуть другую. Потому как здесь стоит тоненькая кругляк леска, такую вряд ли кто будет покупать. А здесь у меня леска 2,4 штурм. Но, как мне кажется, сюда для этого триммера максимум лучше ставить двоечку. Но мы проверим, как поведет себя триммер на леске 2,4. 2,4 это максимум, сюда больше, толще ставить уже не нужно. Все, заряжаем аппарат. Триммер, что удобно, он сборный. Кто не смотрел обзор, можете на моем канале найти ролики, либо я оставлю ссылки в описании. Собрали, устанавливаем два аккумулятора. Многие, кстати, я заметил в чате, в чатах переделывают их под те аккумуляторы, которые у них есть. То есть здесь, если кто смотрел мои ролики, разборная задняя часть и клеммные колодки взаимозаменяемые. Я так понимаю, их можно находить, ну, как-то самому приспосабливать от Makita, от других. Но я буду использовать родные аккумуляторы, потому что как бы сделано для родных. Триммер готов к работе. Аккумуляторы я прям только-только снял зарядки. Пойдемте косить. Меня не было сколько здесь, 2 недели в отпуске, и неделю я сюда даже не выходил, на этот огород. Это, как вы видите, спереди место, где я кашу газонокосилкой сейчас. И вот тут все позаросло. Здесь у меня куча, нужно это попалить. Ну, начнем вот с тех мест и будем потихоньку косить. Многие почему-то жалуются вот на этот, как сказать, устройство крепления ремня, но на самом деле оно очень удобное. Это сделано для безопасности. Вот так застегнули. Если нам нужно быстро скинуть триммер, вот так за красную потянули, и триммер уже отстегнут. Это, наверное, самый безопасный ремень. Ну все, я начну вот сейчас вот так покашу и пойду влево. Так, черепаху сначала поставлю. Нет, черепаха не катит здесь. Кашу сейчас на второй скорости, и что я ощутил, что у триммера такое ощущение, что как газонокосилки, как только появляется нагрузка, скорость увеличивается. Вот в холостую, видите, он кажется, что медленно крутится, но когда начинаешь косить, он прямо разгоняется.
Давайте включим третий режим зайца. Ну, мне кажется, второго вполне достаточно. А вот здесь чувствуется, травы больше пошло, как он задыхается, поэтому включу максимальный. Переставлю вам камеру. Ну, двигатель тепленький. Горяченький, даже сказал бы. Триммер косит очень даже прилично, нормально. Претензий каких-то к нему пока у меня нет. Меня пока устраивает. Не киловаттник, конечно, но это 500-ваттная модель. Вполне как 368-я примерно. А вообще, такую траву нужно косить ножом, а леской вот вдоль заборчиков, где мы можем повредить нож. Поэтому это такой эксперимент, чисто посмотреть, не знаю для чего. Кому-то интересно, кто-то косит только леской. Ну, все равно вот после лески, но остается, это все, конечно, высохнет. А лучше всего еще, наверное, я пройду после этого газонокосилкой и всю эту траву соберу. Поэтому это я кошу чисто для этого ролика. И можете посмотреть мои другие ролики, где я косил здесь макитой. Вот в этом месте начинается очень густая трава. Видите, вот там сзади еще такая высоко выросла. Я ее специально не скашиваю. Я жду туда 2-киловаттный триммер, у меня скоро появится. Поэтому именно на нем хочу проверить мощь. Но здесь даже макита тоже, как сказать, теряла мощность свою, 368-я макита. Еще хочу отметить несомненный плюс данного триммера, это здоровенный кожух. На меня вообще ничего не летит, абсолютно. Я когда косил макитой, вон видите, вот штаны, они уже 100 раз стираны, но я все время с ног до головы зеленый. Переставлю вас немножко и пойдем мы косить в обратную сторону. Что-то я тут зигзагово надел. Уже 13 минут. Судя по записи, запись идет, из них минуты 3 я разговаривал, 10 минут косим, одна палочка ушла. Вы, наверное, не видели этого, потому как я уже ушел. Вот здесь у меня пошла трава полегче, и я уже машу им намного быстрее вправо-влево. Чем вот хорош этот участок, он показывает, что
Все, конечно, зависит от травы. Многие думают, там, посмотрели ролик, и кто-то один показал, как он косит. А какая у него трава была, неизвестно. У одного там 10 минут покажет работать, у другого 20, у другого 30. Показания у всех всегда будут разные. Толщина лески, катушка, скорость, на которой ты косишь. Это все, конечно, влияет. Ну, аккумуляторы что-то вообще перестали показывать. А, вот скоро они сядут, тепленькие. Здесь можно включить второй режим. Так, ну, уже достаточно много мы прокосили. Есть ощущение, что мощность начинает падать. Это говорит о том, что стоит остановиться и пойти заряжаться, а не высаживать батарейки в ноль. Потому что батарейки не любят, когда их в ноль высаживают. А если там не стоит никакой защиты, но я надеюсь, что она тут есть, то это плачевно. Это даже не рекомендует и та же Makita в инструкциях. То есть почувствовали, падает мощность, все, выключаем, идем заряжаться. Не надо фигачить, пока само не остановится. Но здесь уже опять я от вас ушел. Да что ж такое? Очень плохо работать без оператора. Ого, уже 28 минут пишем, а он еще не садится. Ишь какой. Если честно, в офиге. Это очень хороший показатель. Все. Выключился. Ну там пошла вообще. Это бесполезно. Леской хоть каким триммером. Это, наверное, киловаттник хотя бы нужен, даже больше. Ту траву даже очень плохо брал мой комбимотор киловаттный. Поэтому смотрим, что у нас. Аккумуляторы горячие. Вообще, если вы обратили внимание, сейчас час дня, обед, солнце просто жарит. И в такую погоду, конечно, лучше не работать. Контроллер даже вот здесь чувствуется, прям горячий. Смотрим, расплавились у нас контакты, как на Милуоке, или нет. С контактами у нас все в порядке. Здесь тоже все нормально. Так, смотрим, что у нас по двигателю. Ух ты, блин, двигатель, конечно, прям кипяток. Сразу говорю, вот так выкатили и идете заряжать, пусть полежит, отдохнет. Теперь давайте посмотрим, здесь у нас что с контактами. Здесь у нас все нормально. Что здесь, что вот здесь. Намека на то, что здесь что-то расплавилось, нету. Ну все. Что у нас? Видео сейчас гляну. 31 минута. Ну вот примерно 25
минут. Я так предполагаю, не знаю, буду я таймер там ставить, не ставить. 25 минут. Давайте покажу, сколько я скосил. И, наверное, пройду. Сразу скажу, скосили мы немало. Вон я там начинал. И в три ряда мы можем даже взять с вами и посчитать шаги. Причем, чтобы вы понимали, еще раз напомню, здесь трава, которая очень мощным триммером нужно работать. Не падайте. Короче, начинаю считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, девятнадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять. 30, даже доходить не буду, примерно 30, потому что здесь вот чуть-чуть, 30, сюда, сейчас посчитаем, 1, 2, 3, 4, ну, 4,5, 4. 4, давайте считать. 4, 4, 4. 120. Еще чуть-чуть. 1, 2, 2. Там на 20. 2, 40. 160 квадратов где-то. Ну, видите, достойный триммер. Скосил много. Опять же, рекомендую косить это диском. Диском мы бы, наверное, здесь выкосили все за один заход. Ну а на этом. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока.